Здравствуйте. Сегодня пойдет речь, прищипывать или нет верхушки роста молодых побегов на виноградных кустах перед цветением. Пробовал я их прищипывать и не увидел положительного результата от этой работы. Почему, спросите вы? От прищипывания точки роста верхней части молодого побега винограда через некоторое время начинают усиленно расти пасынки с пазух листьев. Вот здесь прищипнуто, и мы видим, как пошли эти пасынки. Что мне сильно не понравилось, в частой обломке их после такого усиленного роста. Без обломки верхушки роста винограда этого не наблюдалось. Если тут у меня не обломана верхушка роста, вот она вся, то здесь их роста нет. А на урожайность винограда это сильно не повлияло. И если своевременно не выламывать пасынки на виноградных лозах, то пойдет загущение, что непременно увеличится приток болезней и разных непредвиденных листогрызущих вредителей. Это меня и забеспокоило, и больше я не занимаюсь этим, как не увидел пользы от этой проделанной работы. Но если кто захочет попробовать, то не прищипывайте точки роста побегов на всех лозах виноградного куста, а только на 1/3 от общего объема плодоносящих побегов винограда. Здесь каждый решает сам. Я только высказал то, что было ранее проделано мною на моих виноградных кустах. Также поговорим и о пасынках, растущих на сильно рослых виноградных лозах. Пасынки, расположенные ниже соцветия винограда, обязательно выламываем для обеспечения наилучшего опыления на виноградных кустах. А те пасынки, которые растут выше соцветий, каждый решает сам, выламывать их или нет. Но все эти работы необходимо проделать до цветения винограда. Подобно этому, желательно проделать необходимые работы на винограднике перед цветением нам. Каждый поступает так, как считает лучше. В этом видео показано, как поступаю я с виноградом перед цветением. Может, кто к своим знаниям частично примет и то, что увидел здесь. Делитесь своим опытом и советом, если что увидели не так. Приму к сведению полезные советы. Возможно, это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи в правильном подходе по выращиванию винограда и в подготовке его перед цветением для получения богатых урожаев от него. До свидания!